Сход граждан прошел в Михайловском сельском поселении. О работе местной администрации за минувшее полугодие отчиталась исполняющей обязанности главы поселения Людмила Сорокина. За это время удалось решить немало насущных вопросов. А в деле благоустройства и наведения санитарного порядка в Михайловском неизменно участвуют местные жители. Когда мы проводим анализ управления муниципальными финансами, могу сказать, что Михайловское поселение одно из лучших в этом рейтинге, потому что действительно умеют решить важные социальные вопросы, несмотря на такой небольшой бюджет поселения. Помимо доклада о выполненных работах и обсуждении планов на будущее, пришедшим на сход предложили озвучить волнующие вопросы. Большинство из них касались электроснабжения, в частности, низкого напряжения в сети, а также работы отделения Почты России. В селе нет почтальонов и существующей низкой оплаты труда. Перспективы их найти. Мы от администрации направили и администрация поселения, и администрация района за подписью главы района. В западный почтамт руководству направлено письмо. Первое – рассмотреть возможность повышения фонда оплаты труда, чтобы поднять зарплату все-таки почтальону, и люди смогли прийти на эту работу. И второй вопрос рассмотреть нужно – это подменный почтальон с другого поселения, чтобы к вам приезжал и сегодня оказывал услуги. Все озвученные вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке, а михайловцам 26 августа предстоит отметить 135 лет со дня основания поселения. Людмила Сорокина пригласила односельчан посетить праздничное мероприятие в сельском парке.